после машины. Следы. Какой-то лосик искал себе водицы, а лужа пересохла. В сторону.
Пробежала через дорогу мышка. Над хронику, видимо, там немножко. Попробуем. Я, видимо, солнце заросло. Ну да. Есть смелые велосипедисты, которые немножко тут нам будут. Я помню, она превратилась в такой сингл-трейл. Дорожка заросла полностью.
Вот что лучше, залезть в ветви или залезть в крапиву? Крапива в этом году злая при злая. Огромная при огромная. Да, да, аккуратненько. Вот там попадет. Кто-то слепил колобок из репейника. Путевка у нас есть. И вообще мы уже уходим. Ну, на данный момент мы отсюда выезжаем. Прям посреди заповедника стоит крохотная деревушечка. Аскула, в ней практически никто не живет. Вообще непонятно, чем тут люди занимаются. В конце 19 века здесь было очень оживленное село. Потому что, когда не было железнодорожного сообщения, путь из Самары в Москву пролегал вот через село Аскулы. Здесь были почтовые ямы. Здесь были места, где можно было переменить лошадей. Село было зажиточное, крупное. Вот этот дом написан «Дом крестьянина». Вот в таких домах в Аскулах жили крестьяне. Сейчас вот такая вот деревушечка.
маленькая, тихая, затерянная в самой глубине заповедника. Кирпич хороший, да. Раньше строили кирпич, клали, здорово. Потолок, посмотри, какой. Вот так жили крестьяне в 19 веке в селе Аскулы. Сейчас маленькая деревушка, никому неведомая. А буквально 100-200 лет назад это был оживленный населенный пункт, через который ехали все путешествующие в Москву, останавливались здесь, чтобы переменить лошадей. Ну, наверное, какую-то торговлю здесь занимались. Ночлег останавливались, я думаю, тоже тут да? Дома такие были. Че, пойдем в те комнаты, посмотрим тоже? Да. Ну, иди вперед. Тут, наверное, чистенько. Никто не завандалил, не загадил. Уважают. Ну, туда нам и не надо, тут еще потолок может обвалиться. Да, кладка, кстати, слушай, действительно такая. Обращает на себя внимание. Интересно, причем кирпич выветрился частично, выбился, а раствор целый. Кирпичи с клеймами. Ну, какими еще быть? Старинный кирпич. Что, она еще не спелая, что ли? Спела. Просто такая сама по себе?
Ну, легкий. Да. Ты тяжелее? Да. Ну, у меня валяемся. Не с той стороны вид. Смотри, какое солнышко. Да. Мы давно не ездили. Сейчас находимся на утёсе Шелудяк. Он назван по имени сподвижника Степана Разина. Покажи, где мы ночевали. Да, на этой площадочке сегодня переночевали. А теперь нам предстоит нетривиальная задача. Спуститься вниз. Спустить все вниз. Покажи, где велосипеды. Обойди с той стороны. Наши велосипеды стоят вон там. Они всю ночь стояли. Вниз. Вот это наши велосипедики, а это наши сумки. А это наши сумки. Вниз. Вот ночью, когда было темно, это не было так страшно, потому что не было видно ничего. Да, ночью мы не снимали, потому что села батарейка и было темно. Велосипеды были от нас далеко, мы их скрепили замком на ночь. Хотя вообще-то это довольно-таки смешная идея. Потому что спустить их отсюда будет еще тяжелее, чем ходить отсюда.
Ой, крышка. Ну давай. Я сразу поставлю тогда. У нас вещи сейчас я возьму. Так, встаем. Угу. Лучше с ней, где мы стоим. Подходящее место, чтобы крепить сумки на велосипед. Ну, собственно, что такое байкпакинг? Где байкпакинг? Там и сумки. На сумки там их и крепим. Так вот забываешь, что пятку даже, за пяткой уже опоры нету. Ну так стоит, в принципе, удобно, но когда задумываешься, то не надо лишних шагов делать, становится немножечко не нужно. Почему на сушенке пахнет этот сумок? Не знаю. А, это от мусорного пакета пахнет сушенкой. Мы ели тушенку на завтрак. Мы хотели поесть ее на ужин, а что-то мы заснули. Что-то мы поставили палатку. Послушали, как летучая мышка врезается нам в тент, и заснули. А есть не стали. Но тушенка же место занимает, и мы ее весит. И весит, да, и мы ее взяли и съели утром. Еще и сгущенку, еще и чай со сгущенкой попили. Калорий-то нам много надо сейчас. Вот у нас такая диета байкпакерская. Тушенка и сгущенка. Заднее колесо сталкивай вниз. Давай, давай ему скользить вниз. Вот. И упирайся в него. Спускай заднее колесо. Вот так, так, все нормально, все правильно делаешь. Вот, отлично. Молодец. Потом в обратную сторону перемотать, как будто я тащил наверх его.
такая тропинка. Сколько она? 2 километра? Сколько? Это ГЭС. Мы ее с этой стороны еще не видели, но кроме вчерашнего дня.